Дому номер 10 по улице Северный Венец больше полувека. Проблемы с канализацией там начались давно, капремонта не было никогда. Еще 10 лет назад у его жителей была на руках экспертиза, подтверждающая необходимость полного обновления инженерной инфраструктуры дома. Люди собрали собственные деньги на ремонт, не в рамках квартплаты, но все закончилось тем, что отмостка дома рухнула в подвал, некогда стоявшего рядом пристроя. Но решать эту проблему управляющая компания уже не будет, она обанкротилась. Кто теперь в ответе за развалившийся дом? Материал Эллы Шаховой. Рушится даже после ремонта. В доме номер 10 по улице Северный Венец провалилась отмостка возле дома. Под ней, оказывается, были пустоты. Бетонные плиты упали прямо на трубу канализации, обломив ее, а также придавили электрический кабель. Случилось все поздним вечером. Я вызвал МЧС. МЧС вызвал, зафиксировали все это дело, падение вот это все дело. И самое страшное, что у меня сразу кабеля 380 вольт. Я пошел сразу, вызвал УЛГС, чтобы проверили кабеля. Если они подключены, то мы здесь это, все прочее и так далее. Можем попасть в очень страшную ситуацию. Убить может. Вы понимаете, в чем дело? Если броню кабеля нарушить, дождь же прошел. Может ударить, и все, и человека любого может убить. Но обошлось. Провода служба подняла на фасад дома. А вот с канализацией не все оказалось просто. Как выяснилось, проблемы с ней были и раньше. Постоянные засоры. Еще в 2012 году Бюро технической инвентаризации провело экспертизу этого дома, которая показала, что необходим капитальный ремонт инженерных сетей. Здание было построено в 1967 году. Через два года управляющая компания обновила канализацию, правда, за счет средств, собранных жителями этого дома, но провела лишь текущий ремонт. Проблема с засорами никуда не ушла. Еще через три года жители выиграли суд, который обязал таки провести капитальный ремонт инженерных сетей данного дома, но жители его не дождались. Однако считают, что затягивание спровоцировало эту аварию. Все стоки, когда случался засор, уходили в подпол, они подмывали его стенки. Сейчас эта проблема решается в комитете ЖКХ. Сегодня мне начальник комитета обещал, что сегодня он со мной свяжется и сообщит, когда будем засыпать. Но вскрыть две плиты, оставшиеся в помещении, полностью засыпать, а после этого уже чтобы водоканал восстанавливал канализацию. Дело в том, что отмостка провалилась в подвал бывшей когда-то здесь пристройки. Осталось еще пара плит, которые также могут рухнуть в любой момент. Их планируют вскрыть и засыпать, чтобы потом безопасно чинить канализацию. А вот когда это будет, должны в ближайшее время решить в комитете ЖКХ Ульяновска. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.